храмах всей России и сейчас поют удивительно красивые духовные сочинения Евстафия Азеева. Этот русский композитор и дирижер родился в 1851 году в Киеве. 10 лет от роду Азеев оказался в придворной певческой капелле. И большая часть жизни его в дальнейшем была связана с этим высокочтимым заведением. Азеев вырос в первоклассного преподавателя и дирижера, которого отмечал даже государь-император Александр III. «Пение при всеночном бдении древних распевов». Сборник, который создавал римский Корсаков, и помощником ему в этом деле был Евстафий Степанович. Как композитору Азееву принадлежали более 80 духовных сочинений. Самому же ему свои произведения посвящали выдающиеся авторы Лядов и Балакирев. Как хормейстер Евстафий Степанович принимал участие в первых постановках знаменитых опер «Псковитянка» и «Майская ночь» Римского-Корсакова. После смерти последнего именно Азеев редактировал все духовные сочинения великого мастера. 10 лет музыкант преподавал в Институте Святой Елены и Николаевском сиротском институте. Духовный композитор и педагог Евстафий Степанович Азеев ушел из жизни в Петербурге в 1920 году.